Здравствуйте, здравствуйте, я не смог зайти в Facebook, и, короче говоря, снова такая фигня происходит, я заново. Переформатировал телефон, сейчас немного доделал, съел кусок хозяйственного мыла, а то, блядь, эти вот твинцы, нахуй. Всякую говну нахуй несут к нам домой, когда я отсутствую. В основном мусора. Ну и говорят, у их дочки, да ну нахуй. И даром не надо. Спросите, почему. Да, блядь, да хуй за вас туинцев не стоит. Ну и нахуй. Не стоит нахуй. Так, выполнил. Закончил свои работы. Там мне еще надо доделать свой заказ. И, короче говоря, ну, хрен пойми вас, придурков. Пройдет несколько минут, где-то несколько часов. Мне надо еще сожрать. А то, блядь. Хрен пойми. В торте или где? Вроде бы в торте. Или дома тут нахуй. А то, что вот я вот кушаю кусок хозяйственного, это прочищает кишечник. Всякая диарея уходит. И такая вот фигня. Ай, ладно, не ты мне. Мондра. Да. Очень.